Меня зовут Сячин Максим, я работаю в компании Luxoft в петербургском филиале и на заказчика Почта России. Опыт разработки у меня более 11 лет, в том числе я участвовал в разработке на таких языках, как C++, Java. В последнее время изучаю новомодные Kotlin и Scala. И хочу сегодня поделиться с вами своими соображениями, своими наблюдениями о микросервисах. Собственно, и доклад называется «Микросервисы. Первая кровь». Очень интересный момент заключается в чем? Буквально вчера я зашел на YouTube для того, чтобы посмотреть, как развиваются тренды, как идет у нас производство видео для конференций на тему микросервисов. Я увидел примерно следующую картину. По запросу микросервиса мне вернулось порядка 70 тысяч разных видео. Однако по запросу сервис-ориентед архитектура мне вернулось всего 20 тысяч видео. И это несмотря на то, что микросервисы – это, в общем-то, подмножество сервис-ориентед архитектур. Дело в том, что сейчас идет огромный хайп по микросервисам. Они нравятся всем. На каждой конференции можно услышать о том, как люди любят микросервисы, как они не любят микросервисы, как они пытаются сравнить микросервисы и монолит. Кто-то сравнивает с UI микросервисы. Фаулер постоянно публикует новые записи, где говорит, то микросервисы это ну можно, то микросервисы это все нельзя. Постоянно идет новая информация, постоянно люди делятся своими историями успехов и своими историями провалов. Но если спуститься с небес на землю и посмотреть на реальность, то есть открыть требования, которые сейчас у вас есть в вашем проекте, запустить любимую IDE, и попробовать написать код, знаете ли вы, что конкретно и как вы будете писать для того, чтобы разработать архитектуру именно на микросервисах. Знаете ли вы, какие проблемы возникнут у вас там в первый час работы, в первую неделю, может быть, в первый месяц, и какие придут к вам через год, когда ваша система уже будет в деплое, и вдруг обнаружится, что вы что-то сделали неправильно в самом-самом начале. На этом докладе в следующие 40-50 минут я бы хотел поделиться опытом, через который прошла наша команда разработки и через который прошел лично я в своих педпроектах. Рассказать о проблемах, которые встречаются в микросервисах на стадиях разработки, на стадиях тестирования, и рассказать, поделиться рекомендациями, которые могут вам помочь в разрешении этих проблем или, по крайней мере, могут предостеречь, могут дать вам понять, что в будущем, если вы будете делать вот таким образом, у вас какие-то проблемы могут появиться. Вы будете уже к ним готовы. И план нашей сегодняшней встречи – это парочка проблем на старте разработки, парочка проблем во время самой разработки и, опять же, парочка проблем во время тестирования. После чего я расскажу, что же получилось взамен у нас. Не абстрактное, что дают микросервисы вообще, а какие преимущества получили мы именно на своих проектах. И самая, пожалуй, важная фраза, которую я сейчас характеризую микросервисы для себя и которую хотел бы донести, она звучит так. Микросервисы могут быть настолько же эффективны, насколько они обязательно окажутся сложны в разработке. Давайте посмотрим на это все с самого начала и до самого конца. Итак, у нас начало проекта. К нам пришли с требованиями. У нас есть какая-то большая очень бизнес-ситуация. Мы строим по ней модель, и эту модель начинаем разрабатывать. Мы идем по дереву решений и принимаем решения, которые в будущем помогут нам сделать систему, выполняющей требования. Ну, собственно, хорошая архитектура – это та архитектура, которая позволяет системе выполнять требования, и мы хотим этого добиться. И первое, что в данном случае мы делаем, это выбираем. Давайте сделаем классику, мы выберем либо монолит, либо микросервис. В этой борьбе добра со злом очень хорошо, мне кажется, описывается сравнение у Фаулера. Он использует следующее описание, точнее, следующие плюсы и минусы, особенности, которые есть у монолитов и которые есть у микросервисов. Во-первых, когда у монолита есть простота разработки, микросервисы, в свою очередь, позволяют сделать частичный деплой. И это очень важное преимущество, потому что ваша система уже не обязана полностью меняться, если появляется какое-то изменение. Вам достаточно изменить один маленький модуль,
все остальные остаются на своих местах. Из-за этого вы можете делать релизы чаще. Из-за этого вы можете, даже черт с ними, с релизами, самое важное, что будет в реальном продакшене, вы можете делать чаще фиксы. Если у вас какая-то проблема обнаружилась на продакшене, и, к сожалению, это бывает, особенно если модель не до конца утверждена, то в случае с микросервисами вам достаточно заменить один микросервис, который вашу ситуацию исправит, без изменения всей остальной системы. Вторая пара – это консистентность у монолита против готовности у микросервисов. И здесь мы встречаемся с обычной кап-теоремой нашей, которая говорит, что если у нас есть партишенинг, то, собственно, у нас будет либо availability, либо consistency. И монолит, он как бы из коробки дает нам консистенции, а микросервисы, добиться в микросервисах настоящей консистентности очень-очень сложно, потому что нас будут преследовать распределенные транзакции, у нас, скорее всего, будет только eventual consistency, но зато мы даем то приложение, которое, ну, где-то, даже если что-то сломается, все равно большая его часть, скорее всего, будет работать. И пользователь будет, может быть, не сможет оплатить заказ в течение там, 30 минут, но сможет ходить по магазину эти 30 минут и добавлять себе в корзину новые продукты. Третья пара – это рефакторинг между модулями у монолита и модульность у микросервисов. Очень важное преимущество у монолита – это действительно возможность переносить какой-то код, какие-то классы между модулями. Не всегда заранее сразу известно, какая функция должна где лежать. С развитием программы мы выясняем, что где-то то, что мы сделали вначале, стоит перенести в другое место, и там оно будет лучше. С другой стороны, в микросервисах мы сразу получаем все преимущества модульности. Ну и еще одно преимущество микросервисов – это возможность разрабатывать на многих, на разных платформах. Этим не стоит ни в коем случае пренебрегать, потому что можно получить очень много профита. Но помимо этого сравнения, в выборе я еще люблю ссылаться на следующий график, который показывает зависимость продуктивности разработки от сложности того, что разрабатывается. Монолит здесь показан синей чертой, микросервисы показаны красной чертой. Этот график можно разделить на три части. Первая часть, если сложность приложения разрабатываемая невысока, то вероятнее всего, ну очень вероятно, что монолит будет давать большую продуктивность разработки. Вы раньше сделаете продукт, вы сделаете больше фич, и монолит будет проще даже в разработке, чем микросервисы. Связано это с тем, что у монолита не нужно думать о том, как устроить интеграцию между микросервисами. В монолите не нужно думать, как вы будете деплоить всю эту кучу ваших микросервисов. В монолите, в принципе, меньше проблем для старта. Но потом приложение начинает расти, сложность увеличивается, и монолит начинает очень сильно проигрывать. Каждое новое изменение требует от вас уже не просто добавление функциональности, а проверки, не повредит ли эта функциональность чему-то, что есть в системе, не будет ли какого-то конфликта. Ну и когда сложность уже совсем-совсем зашкаливает, мы переходим к третьей фазе, в которой микросервисы выигрывают. Просто по той причине, что добавляя новую функциональность, вы увеличиваете монолит. Но добавляя новую функциональность в микросервисы, вы увеличиваете количество микросервисов. Ваша сложность растет только в их связях, но не растет в самом программном коде. И это на самом деле очень хорошо. Еще один интересный момент в этой системе заключается в том, что точка пересечения в этом графике, она может сильно различаться, на мой взгляд. Здесь имеет роль то, в какой команде вы разрабатываете. У некоторых команд очень строгий дисциплинированный подход к разработке кода. Они следят за каждым методом, у них постоянно есть ревью, и, соответственно, их точка пересечения монолита и микросервисов, она находится правее по графику. То есть они могут на большей сложности позволить себе разработать эффективно монолит. И если вы знаете, где для вас находится та самая точка сложности программы, которую вы разрабатываете, вы сразу можете принять решение, будете вы делать монолит или вы будете делать микросервис. Но обычно модель, которая к нам приходит от заказчика, она
не до конца уточнена. И список задач, которые придется решить, тоже известен не до конца. А это приводит нас к тому, что сложность, которая будет у финальной системы, для нас заранее неизвестна. И, соответственно, мы, скорее всего, какая бы ни была у нас классная точка пересечения, попадем правее нее. Часто это является причиной для выбора микросервиса. Есть еще один способ, который позволяет разрабатывать, не выбирая сначала там только монолиты, мы делаем на монолите или только микросервисы, и позволяет получить профит от вот этого графика, от того, что сначала у нас используется монолит, и сначала в начале графика монолит выгоднее, а в конце графика выгоднее уже микросервис. Способ называется Monolith First. И очень интересно, если вы загуглите Monolith First, вы увидите сразу первые две статьи на одном и том же сайте. Первая от Фаулера Monolith First, а вторая Don't Start with a Monolith. От другого уже человека. И в этой паре есть определенный смысл. Monolith First может восприняться как попытка подойти к системе, к разработке, для того, чтобы быстро получить продукт. То есть для того, чтобы как можно раньше выполнить MVP и дать его заказчику, чтобы получить, там, я не знаю, следующее количество денег, либо следующее задание и так далее. Проблема в том, что чем скоростнее вы разрабатываете, тем меньше у вас будет дисциплины, тем меньше качества будет в вашем коде. А соответственно, вот эта кучка кода, которая у вас находится в проекте, будет расти, и потом ее будет очень сложно разделить на микросервисы. Вы сделаете связанное приложение. С другой стороны, если вы знаете, что вам дадут время на разделение монолита на микросервисы там, через пару-тройку месяцев разработки, и если у вас остро стоит проблема деления, определения границ, как делить ваш домен на микросервисы, то Monolith First может стать очень хорошим выходом, потому что, используя преимущество рефакторинга между модулями у монолита, вы можете на этапе создания уже разработки приложения понять, какие модули как лучше делить. И потом, когда вы будете делить монолит на микросервисы, вы уже будете знать, какие границы у вас должны быть и где они должны находиться. Но в целом стоит обратить внимание на два минуса разработки через Monolith First. Во-первых, ваш рефакторинг, разделение монолита на микросервисы, он не несет в себе никаких разрешений, никаких функциональных требований. А соответственно, ваш менеджер или ваш заказчик может не дать на него время. Или сказать, ну, сделаешь это позже, сделаешь это через год, когда встанет острая необходимость уже функциональная, когда надо будет, например, поддерживать быстрое масштабирование. И второй минус, который идет следом, заключается в том, что монолит, он сам по себе провоцирует высокую связанность внутри себя. И, соответственно, отделять микросервисы будет тем сложнее, чем старше ваш монолит. И давая возможность монолиту продолжать жить, вы фактически можете запретить дальнейшее его разделение на микросервисы. Проблема номер два, с которой вам придется столкнуться, когда вы определили уже, что будете использовать микросервисы, либо микросервисы через монолит, это как это все разделить. У вас есть определенный домен. У вас есть этот домен, состоящий из каких-то, может быть, поддоменов. Но не совсем понятно, каким образом эти микросервисы должны ложиться на домен, ведь есть еще и технологический стек. То есть, ну, вернемся к истокам. У нас на протяжении длительного времени существовала привычка к многослойной архитектуре, очень известная в России трехзвенка, где есть слой презентации, слой бизнес-логики и слой доступа к данным. Так вот, проблема в том, что она порой настолько глубоко в голове, а бывает еще она поддержана такими архитектурами, как луковая архитектура, которую, когда режешь, очень сильно хочется плакать, что получаются микросервисы примерно следующего вида. То есть у нас есть веб-приложение отдельное, у нас есть отдельная бизнес-логика и отдельное приложение, которое отвечает за доступ к данным. И наш бизнес, наши бизнес-задачи, они
плавно размазаны по всем этим трем приложениям. Какой-то кусочек в вебе находится, какой-то кусочек находится в бизнес-логике, несмотря на то, что там, по идее, должно быть все. И часть в виде модели находится еще и в данных. Вторая причина, почему случается разделение именно по технологическому стеку, потому что больше все-таки склонности к объединению разработчиков в группы по интересам, скажем так. То есть существуют UI-разработчики, существуют backend-разработчики, иногда даже есть DBA, хотя в последнее время я их вижу все реже. И у них внутри собирается очень хорошая, высокая компетенция именно в их разработке. Но если им доверять делать микросервисы отдельным вот таким командам, то получится ситуация, что UI-разработчики будут заниматься со стороны UI, и, естественно, будут выстраивать границы, защищающие их UI от других приложений, от бэкэнда и, ну, может быть, от DBA, если там нет плавных переходов. Точно так же поступают бэкэндщики, точно так же поступают DBA, и в итоге мы имеем границы, которые сами по себе рождаются у программистов, которые мешают даже проходить бизнесу, потому что, по сути, бизнес-задача, она проходит через UI, бэкэнд, идет в базу данных, возвращается обратно, возвращает какой-то результат. И на каждой границе приходится проходить через защиту, то есть валидация, проверки и все прочее. И это на самом деле мешает. Это очень сильно видно из закона Конвея, который гласит, что организация, разрабатывающая систему, по сути, будет делать такую же структуру в этой системе, какая структура коммуникации есть в этой организации. То есть, грубо говоря, как вы делите команды, так у вас и будут разрабатываться микросервисы, так и будет делиться система. И для того, чтобы исправить эту ситуацию, Фаулер, наверное, не только он, предлагали сделать гетерогенные команды разработки. То есть вы делите не по технологическому стеку, не по командам, а вы делите вашу систему на микросервисы по домену. У вас есть какой-то домен, например, приложение, которое автоматизирует какое-то предприятие. В нем есть управление финансами, в нем есть склад и какой-то CRM. И вы выделяете команды, которые способны сделать один микросервис, полностью удовлетворяющий всем требованиям, например, отдела финансов. И границы между вашими модулями, между вашими микросервисами автоматически появятся, потому что программисты всегда хотят защищать свои приложения от других. У вас появится валидация между микросервисами. Управление финансов не даст сделать какую-нибудь глупость команде из CRM со своей зоной. И ваши команды будут больше думать о бизнесе. Им не надо теперь думать о большом-большом предприятии. Им надо думать всего лишь о своей маленькой области, ну, например, о том же складе. Их вовлеченность в процесс будет выше, качество их работы, соответственно, скорее всего, тоже окажется выше. И, знаете, здесь есть еще один интересный момент, который заключается в том, что иногда складывается ситуация, когда вы думаете, что вот надо точно отделять тех по технике, по технологии. Ну, например, у вас есть несколько приложений, и у каждого из этих приложений есть задача печатать отчет. Финансы печатают отчеты, склад печатает отчеты, и CRM тоже печатает отчеты. Всем нужны отчеты, особенно если это Excel. И вы думаете, а может быть мне выделить технологическую часть, печать отчетов в отдельное приложение? Но, с другой стороны, это же технология, это не бизнес. Но на самом деле в таких моментах получается, что это и есть бизнес. Это и есть часть вашего большого домена, печать документов, документооборот. И по сути, если вы видите такое выделение в вашей системе микросервиса, то вы видите как с двух сторон, с технической точки зрения и с точки зрения домена, ваша система прямо говорит вам, выделяйте этот микросервис и используйте его дальше с другими. Ну, на этом та часть, которая описывает начало проекта, конечно, не заканчивается. Там значительно больше интересных моментов и, к сожалению, больше проблем. Но у нас не такой большой доклад, и мы вынуждены двигаться дальше. А следующий пункт – это разработка. И первое, что… Точнее, нет. Самое, наверное, мощное торжение, которое я встретил в разработке при микросервисной архитектуре – это
последствия принципа «don't repeat yourself». Все программисты, я надеюсь, понимают, что «don't repeat yourself» — это очень шикарный принцип, который позволяет вам, во-первых, писать меньше кода, то есть объединять участки дублирующиеся, а во-вторых, меньше кода править. Если вы будете один и тот же код повторять в разных методах, и потом окажется, что этот код необходимо изменить, то вам придется искать все методы, где выполняется этот код. Это ведет к ошибкам, грустному настроению и большим тратам времени. Но что случается, если мы начинаем очень сильно обращать внимание на драйв микросервиса? А случается примерно следующее. Разберем ситуацию. У нас есть какое-то приложение, и оно делится на три модуля. Модуль А, Б и С. У них немного разные задачи, но у каждого из них рождаются какие-то классы утилиц, которые описывают общую функциональность. И так получается, что модулю А в определенный момент необходимо доступиться к утилсам модуля Б. Модулю С к утилсам модуля А и так далее. Что мы делаем в этом случае? Мы создаем отдельный модуль Common, и в него переносим все наши утилсы. Отдаем этот модуль всем нашим модулям А, Б и С, ну и другим, которые есть в программе, и у них теперь есть такая так называемая Shared Library, Common, которая содержится прямо внутри программы. Меняем уровень абстракции и переходим на микросервисы. Теперь у нас есть приложение А, в котором есть Common. Мы добавляем еще два приложения, Б и С. И знаете, в них тоже хочется вставить Common, потому что там есть классная функция, которая нам помогает программировать. Мы выносим Common в отдельную библиотеку, допустим, в jar, и добавляем в него методы, которые требуются в тех или иных модулях. Ну, например, в одном один метод требуется для А и Б, второй для всех трех, третий там только для А и С. У нас все хорошо, все замечательно, мы пишем меньше кода, но наступает момент, когда нам необходимо поменять один из этих модулей. И, соответственно, меняется Common. И его изменения провоцируют изменения всех приложений, которые от него зависят. Мы нарушаем самый главный принцип микросервисов. Это частичный деплой. Ну, может быть, не самый супер главный, но очень-очень полезный и нужный. Мы лишаемся частичного деплоя, и у нас разработка начинает сильно замедляться. И дальше мы увидим, почему и как. Немного изменим ситуацию. У нас 5 приложений, и в каждом приложении есть ДТО. Под ДТО мы считаем маленькую библиотеку, опять же, джарник, который можно распространять между разными приложениями системы для того, чтобы разные приложения понимали, как взаимодействовать друг с другом. Фактически это набор поджа-классов, с помощью которых мы обмениваемся информацией. И есть у нас среди этих 5 приложений один большой классный Common, в котором есть все функции, которые нам могут пригодиться в разных модулях. И мы думаем, что ага, вот если нам надо иметь доступ к приложению App1 из App2, App3, App5, почему бы нам не создать клиента для App1 и не поместить его в наш Common? В итоге мы приходим к ситуации, когда у нас в Common находятся сразу 5 клиентов для каждого из наших приложений. И в принципе все неплохо, потому что добавляя, например, 6-е приложение, мы сразу кидаем к нему Common, и 6-е приложение нативно на уровне кода с помощью библиотеки может уже общаться с другими приложениями. Это, в общем-то, ускоряет добавление новой функциональности. Но, допустим, у нас изменился код приложения 5, и вслед за ним изменяется ДТО. Это провоцирует изменение клиента для 5-го приложения. Это провоцирует изменение библиотеки Common, и скоро все наши приложения необходимо пересобирать. Как минимум, потому что изменилась версия Common. Его нужно собрать уже по новому. Проблема еще одна. Допустим, у нас есть приложение, которое хочет что-то оплачивать. И у нас есть два банка, которые говорят нам, да, окей, оплачивайте через нас. Ну, сделайте своих клиентов. И мы делаем два клиента. Это два разных приложения, потому что разные эквайеры могут работать по-разному. Но с точки зрения системы у них одинаковые API. Ну, фактически оплатить, не оплатить, там, получить информацию, что что-то оплачено. И мы замечаем, что их API один и тот же, и нам достаточно воткнуть в систему балансировщик, который будет по каким-то определенным алгоритмам решать, через какой банк мы платим в следующий раз. И
можно вынести все ресты, то есть все файлы, все классы контроллеров, все классы DTO в отдельную библиотеку и использовать ее во всех проектах этих. В общем-то, классная идея. И более того, если мы будем добавлять очередной банк, нам достаточно будет просто взять common, воткнуть его в новый микросервис и реализовать только ту часть, которая касается банка. Удобно. Но у нас получается следующая схема зависимости. Протокол оплаты влияет на DTO, который влияет на общий API, который влияет на все приложения, связанные с этим общим API. И если вдруг мы каким-то образом изменим наш протокол оплаты, допустим, мы добавим какую-то возможность, характерную только для банка, гибкости, да, то у нас изменится DTO и снова изменятся полностью все модули. Представьте себе, каково писать программу, когда тебе нужно добавить DTO, скомпилировать его, собрать, выложить на Artifactory, потом взять, открыть общий API, собрать, скомпилировать его, выложить на Artifactory, и потом каждую программу открыть, пересобрать ее с новой версии модуля используемого и выложить на Artifactory. Это, честно говоря, не очень приятно и занимает очень много времени в разработке. Ну и еще один случай, когда мы хотим улучшить то, что уже есть. Допустим, есть JRC-клиент, нас заставляет его по каким-то причинам использовать, и он нам не нравится. Ну, не всем нравятся разные библиотеки. И хотим мы его улучшить с помощью собственного фасада. Мы улучшаем его DSL, и мы добавляем какие-то свои экзепшены. То есть мы добавляем контроль ситуаций, которые могут произойти по сети с точки зрения нашей системы. И теперь, если вы посмотрите на схему, увидите, что клиент к приложению А, который гарантирует изменения приложений Б, С и Д, к нему теперь ведут еще два модуля, которые могут спровоцировать изменения. Это собственный клиент, который мы написали, и это DTO для приложения А. И если мы изменим собственный клиент, это спровоцирует изменение клиента и спровоцирует изменение всех приложений. Допустим, нам нужно изменить какие-то внутренности только для приложения B. И фактически мы можем поступить следующим образом. То есть изменить B, включить в него новый клиент, но оставить для приложения C и D клиент старый. Вроде бы отличная идея. Ведь модули лежат в Artifactory, они готовы к использованию. Почему бы для одного не использовать новое, для другого старое? Тем более, если это не влияет на функциональность. И у нас получится, что где-то есть клиент версии 1.0.1, где-то есть клиент версии там, 1.0. Проблема в том, что это может привести к следующей ситуации. Когда у вас есть какие-то приложения, и они используют в сумме 3 разных клиента, 4, 5, неважно. И представьте себе, что приложение D вдруг начинает сбоить. То есть вы открываете логи, и вы видите, что у вас в логах идет stack trace, показывающий на класс, на, ну, я не знаю, класс Object A на 18-ю его строку. Вы думаете, ага, мы нашли ошибку. Идете в код клиента A и видите, что этого класса нет. Не говоря уж о 18-й строке. Потому что текущая версия клиента A 1.2.10. Она уже слишком новая. То, что было проблемным в старом клиенте, то, что стало проблемным в старом клиенте, его уже нет вообще. Казалось бы, ну окей, мы просто изменим клиент, мы изменим в приложении D используемую версию клиента, и все будет хорошо. Вы меняете версию, и приложение D перестает собираться. Потому что в клиенте A могли очень сильно измениться интерфейсы именно библиотеки. Кроме того, для того, чтобы догадаться, что именно в версии находится проблема, не всегда вам хватит 5 минут. Вы можете смотреть на код и не понимать, почему этого класса вообще здесь в принципе нет. Вам придется постоянно отслеживать, какая версия какой библиотеки в каком приложении используется. Это может быть напряжно уже даже для 5 микросервисов. А представьте, что будет, если у вас будет микросервисов, ну, допустим, 400, как у Netflix, или даже больше. И, в общем, из вот этих случаев у нас вышли следующие советы, рекомендации даже, которые я бы посоветовал как минимум рассмотреть. Не то чтобы сразу бросаться внедрять, но как минимум посмотреть на них стоит очень хорошо. И первый совет – это старайтесь обойтись в библиотеках без доменных объектов.
Считайте, что доменные объекты – это вот как раз та часть, которой в библиотеке быть не должно. Все, что касается моделей, все, что касается бизнес-задач, это дело кода микросервисов. И в Shared Library этого быть не должно. Более того, если вы будете выполнять принцип low coupling, high cohesion, он же сильное сцепление, низкая связанность, то и правильно будете разделять микросервисы, то, скорее всего, модельный код в библиотеках вам даже не будет нужен, потому что каждая часть модели будет находиться в своем микросервисе. И вот эти разделяемые библиотеки нужны будут только именно для технологических вещей. А что такое клиент, база данных, какой-нибудь Apache Commons и прочее. И касательно них есть маленький третий совет. Старайтесь использовать стабильные библиотеки. Да, вы можете взять какую-нибудь пререлиз-версию, допустим, Spring Boot, но что если вы построили на ней 5-10 ваших микросервисов и вдруг обнаружилось, что в этой пререлиз-версии есть ошибка? Вам придется менять все ваши 5 или 10 приложений. Вместо того, чтобы взять какую-нибудь стабильную версию изначально, использовать ее во время разработки, и потом, когда выйдет следующая стабильная версия, вы потихоньку будете менять один микросервис за другим. То есть изменяется какая-то функциональность в микросервисе, окей, вы добавили туда новый Spring Boot, пересобрали, у вас все хорошо. И изменения будут происходить медленнее, плавнее и не будут затрагивать всю систему целиком, что тоже, естественно, влияет на ее стабильность и работоспособность. Но сам еще один интересный момент в этом драйве заключается в том, что принцип драйв в микросервисах, на мой взгляд, он поднимается несколько выше, он выходит из кода и из методов. В микросервисах принцип драйв находится на уровне самих микросервисов, на уровне модели. Когда у вас есть одно приложение, второе, и если у них есть общая функциональность, она выносится в что-то среднее, еще один микросервис, но не в библиотеку. И с этим значительно проще уже становится работать. Но перейдем к следующему моменту, и это очень большая боль, это интеграция микросервисов. Мы будем разбирать только базовые вещи, потому что там может быть много разных моментов. Это может быть асинхронная связь, синхронная связь, связь через очереди и так далее. Но мы коснемся самого-самого такого базового. Это кошмар поддержки чужих изменений. То, что я называю DTO Hello. Когда у нас есть приложение, являющееся каким-то, ну, скажем так, справочником. И там находится определенная информация, которую мы не будем хранить в других микросервисах, которую мы будем запрашивать по ходу работы. Например, у нас есть каталог двигателей. И у него есть библиотека Engines.dto, которая предоставляет нужную нам информацию о двигателях. 5 других приложений зависят от этого приложения. Что-то, например, страховка использует, я не знаю, величину двигателя, там, лошадиные силы. Приложение ремонт авто использует очень много деталей от каталога двигателей. Приложение автоподбор для клиента использует что-то свое, и таким образом дальше идет зависимость тоже. Проблемные моменты этой схемы заключаются в том, что если наши клиентские приложения используют строгую систему для парсинга сообщений, которые идут по сети, то нам необходимо следовать за всеми изменениями, которые происходят в приложении каталог двигателей. А оно является поставщиком модели, оно является поставщиком того, что чаще всего изменяется в процессе разработки приложения. Нам приходят новые требования, меняется ДТО, окей, мы приплыли. Мы потратили час на приложение капот двигателей, и нам придется потратить еще 5 часов по часу на каждое приложение, которое его использует. Это может стать большой проблемой, это может тормозить релиз. Из-за этого приходится создавать тестовый стейдж, на котором находится ровно то же самое, что лежит на продакшене. Вы вносите туда приложение каталог двигателей и начинаете проверять все остальные сервисы на то, не изменился ли интерфейс каталога двигателей так, что теперь необходимо пересобрать другие приложения. И в итоге у нас в продакшен идет полностью весь комплекс. Вместо одного там, или двух приложений в соответствии с частичным деплоем. Это большая проблема именно с точки зрения деплоя и с точки зрения разработки, потому что вам, когда вы завершаете свой спринт,
Надо не только проверить, что все, что у вас работает, вам нужно проверить, а не изменилось ли что-то у тех, кого услуги вы используете в своих приложениях. Нужно ли что-то подправить, нужно ли что-то изменить. И это тратит ваше время, и тратит это время очень-очень агрессивно. Можно подойти с другой стороны. Вы можете разработать какой-то клиент для этого каталога двигателей и обрабатывать информацию, смотреть, ну, то есть отправлять сообщения, проверять, какая сейчас версия каталога работает в системе, и сравнивать вашу версию и версию каталога. Если все в порядке, то клиент продолжает работу. Если случилась какая-то оказия, версия изменилась, то клиент прямо на уровне тестов сообщает вам, что у нас проблема, надо пересобрать приложение. Это уменьшит количество работы, но что делать, если у нас используется преимущество микросервисов, связанное с использованием разных стеков? Мы не будем писать клиентов под каждый язык, который используется в системе, особенно если этих языков очень много. Ну и это тоже касается DTO-шек. Если мы делаем DTO на Java, то эти DTO мы можем использовать, ну, еще буквально в паре тройки разных стеков. И использовать DTO джавовское на плюсах уже не выйдет просто так. И момент номер два, он связан с композитными респонсами. Иногда бывает так, что, ну, например, тот же самый каталог двигателей, уже каталог автомобилей, и он возвращает очень большие ответы. То есть в базе лежит хорошо структурированная информация о том, какие есть модели, какие есть двигатели и о соответствии двигателей моделям. Но вам, как клиенту этой базы данных, возвращается полный JSON, содержащий описание модели. Например, вам возвращается машина Toyota RAV4, в которой может быть два двигателя, три разных экстерьера и три трансмиссии. В общем-то, хорошая информация. Берем ее и используем. Но что, если вам нужно было узнать только, какие вообще автоматические коробки поставляются с RAV4? Допустим, для вашего интернет-магазина автомобилей. Вы получите очень много лишней информации. Вы обязываете сервер запаковать ее, потратить время. Вы обязываете клиента распаковать ее, тоже потратить время. И вы обязываете еще и понять, где конкретно в этом объекте, то есть пройти по объекту, чтобы вытащить какую-то информацию. Композитные респонсы, многие могут сказать, что, ну окей, у нас много информации гонится по сети, это JSON, это строки, давайте ее гзипуем, и будет все хорошо. Но, во-первых, вы при подготовке информации ее компонуете, собираете из базы данных объектов. Потом вы ее преобразуете в строку, в JSON. После этого вы хотите еще и добавить газипование, потратить еще немножко процессора, его же так много, передать по сети, снова газиповать, уже разархивировав, снова превратить в объект и потом использовать, и все это произвести только ради двух строчек. И это только в этом примере. Потому что есть примеры, когда у вас один ответ может занимать, ну, порядка 500 килобайт. Мегабайта, может быть, даже больше. И вы хотите поддерживать балковые запросы, когда за один запрос вам возвращаются машины с ID с 10 по там, 14, с 10 по 1000, и вы получаете много лишней информации. Хотя можно было бы сделать большое количество эндпоинтов, ну вот как здесь на примере ниже, когда мы запрашиваем не просто Vehicle 18, автомобиль с ID 18, но и сразу уточняем запрос. Мы хотим получить только трансмиссии. Более того, с помощью Query Params мы можем улучшить наш запрос. Мы можем передать фильтр, который позволит передать еще меньше информации. Но, естественно, это будет заставлять наш сервис быть немножечко умнее, чем просто брать и возвращать большие толстые композитные объекты. Какие советы можно дать по интеграции? Во-первых, старайтесь использовать паттерн Expand and Contract. Суть этого паттерна заключается в том, что если вы разрабатываете приложение, в котором есть какой-то интерфейс, и вам необходимо поменять этот интерфейс, то не меняйте его сразу. Создайте рядышком новый интерфейс. Дайте пользователям вашего приложения два интерфейса сразу. И тогда люди будут постепенно в командах переходить от старого интерфейса к новому. Вы дадите им возможность принять решение, вы дадите им возможность изменить без какой-то спешки.
вы уменьшите количество ошибок. И потом, когда от экспанда, от вашего старого интерфейса уже люди уйдут на новый, вы можете его просто убрать из программы. Но, к сожалению, есть минус. Не все изменения можно так провести. Потому что иногда бывает, что новый API полностью уничтожает возможность использования старого. В этих случаях вам может дополнительно принести помощь такая вещь, как семантика изменений. Вы можете использовать у себя на проекте, и к этому на самом деле легко привыкнуть, трехзвенное именование вашего продукта, ну, версионирование. То есть вы используете на самой младшей позиции патч, вы помечаете изменения в программе, которые не влияют на API в секции патч. Если ваш API расширяется, но то, что использовалось раньше, никак не меняется, вы меняете номер минор версии. Если же у вас API перестал работать, то вы меняете мажор. И это позволит командам в конце спринтов смотреть на изменения версии у других команд и понимать, что ага, вот здесь изменился патч, можно не обращать внимания. А вот здесь изменился майнер, стоит посмотреть, вдруг там что-то поменялось, и нас в будущем ждут изменения мажора. Это как светофоры, зеленый, желтый и красный. И если команда видит, что где-то изменился номер версии в мажоре, это сразу яркий звоночек, который заставляет посмотреть, что изменилось, и заставляет применить эти изменения, поддержать эти изменения в своем сервисе. Ну и третий момент, он может быть спорным, но многие находят в нем хорошее решение. Это использовать версионированные протоколы, у которых фактически есть еще и клиент. Это протобаф и трифт. И это позволит вам описать в файле ваши объекты, которые будут бегать по сети. И если вы будете соблюдать принципы, не дающие работать версионированию, то есть не удалять старых полей, не менять старые поля и только добавлять новые, изменяя номер версии, вы уменьшите количество изменений, которое будет идти через ваш проект в связи с тем, что меняются ваши ДТО. Ну и, наверное, самый главный принцип – это фраза Джона Постола, которая говорит: «Будь либерален к тому, что ты принимаешь, и требователен к тому, что ты отсылаешь». Единственное, где она не совсем хорошо работает, это когда композитные большие объекты все-таки едят очень много информации, очень много места при передаче по сети. Ну и, наконец, остается все меньше времени, и мы переходим к тестированию. Но здесь все относительно просто и быстро. Вроде бы микросервисы тестировать проще. Маленькие сервисы, мало задач, мало тестов. Но как только вы сталкиваетесь с интеграцией, у вас начинают возникать проблемы. Разберем ситуацию. У вас есть приложение, вы хотите его протестировать. И все замечательно. Вы берете какой-нибудь HTTP-клиент, POU, SOAP UI, какой-нибудь Advanced REST клиент, неважно, и начинаете гонять запросы. Нет, не начинаете. Сначала вам надо еще подключить локальную базу данных. Ну, потому что без данных приложение работать не будет. Вы опять не начинаете, потому что вам необходимо приложение, которое использует ваше приложение и в котором хранятся данные. И, кстати, ему нужна база данных. Еще одна. И, возможно, уже не та, которая была у первого приложения. То есть Mongo, например, и PostgreSQL. И знаете, там еще где-то было третье приложение, которое тоже нужно. И у него тоже есть база данных. И всю вот эту инфраструктуру для тестов вам нужно поддерживать. Еще хуже, если у вас есть еще одно приложение, которое висит где-то в интернете, тестовый стенд, который вам надо использовать. И этот тестовый стенд вы не можете скачать. Этот тестовый стенд, вот как висит на определенном адресе, так и будет висеть. И когда вы ему отправляете объект с айдишником 1000, он его записывает, и больше его отправить нельзя. То есть нельзя сбросить состояние тестового стенда. Еще хуже, когда возникает ситуация с асинхронными сервисами. Потому что помимо того, что вы отправляете что-то этому сервису, он должен как-то вернуть обратно вам информацию, куда-то постучать. И чаще всего тестовые сервисы, находящиеся где-то на стороне, настраивают заранее на определенный порт. Вы можете попытаться решить эту ситуацию с помощью реверс-прокси, но если у вас больше одного тестового окружения,
то, скорее всего, у вас будут проблемы. Как же нам воссоздать нашу среду? Как нам дать возможность тестировщикам и автотестам провести нормальное тестирование? Вариант первый – использовать дамми внутри микросервиса. Ну, в общем-то, его можно использовать. Мы делаем приложение, которое при определенной настройке не будет связываться со своими соседями. Оно будет заменять информацию от них какой-то рыбой. Проблема очевидна. Мы в таком случае тестируем не интеграцию, а само приложение внутри, и это мало чем отличается от юнит-теста. Вариант номер два. Он очень хорош, но не всегда реализуем. Это запуск сервисов с данными. Если у вас есть Docker и Docker Compose, все прекрасно. Потому что вы можете с помощью Docker Compose из ваших Docker Images создать всю систему, которая вам нужна, запустить ее и спокойно отработать тест-кейс. Но если у вас есть внешняя система и у вас нет на нее Docker Image, сделать это не получится. И здесь нам на помощь приходит отладочный прокси. Есть приложения, задача которых сводится к одному. У нас есть сервис А, сервис Б удаленный, между ними мы ставим прокси, и теперь все запросы, которые идут от сервиса А к сервису Б, прокси записываются. Мы изымаем после этого прокси, после прогона всех тестов, запускаем его в нашем докере, например, и теперь приложение А точно так же шлет запросы в прокси, прокси не видит приложение Б и отдает то, что он сохранил. Мы можем снова выполнять тесты. И мы соблюли все условия интеграции. Не работает, если у нас необходимо сделать асинхронную особую связь. В этом случае последний вариант – сделать дамми микросервисы. Звучит жутко. По сути, мы делаем приложение, которое будет эмулировать работу другого стороннего приложения. На самом деле не все так плохо. Если использовать языки, позволяющие быстро разрабатывать приложения, ну, например, Kotlin, Go, может быть, даже Python, и делать только то, что необходимо для тестов, ну, например, сделаем endpoint, который принимает данные, потом ждет какое-то время и отсылает на определенный адрес запрос с обработанными данными, то этим дамми микросервисом в течение буквально дня, может быть, пары дней, мы можем заменить приложение, которого не хватает нашему тестированию. И, в общем-то, все получится. Единственное, на это приходится тратить время. Это не то, что делается буквально по щелчку пальца. Ну и второй момент – это сбор логов. Если у вас есть, допустим, три ноды, на каждой ноде крутится по три разных микросервиса, и вы запускаете тест-кейс, который может аффектить, ну, который падает и может аффектить любую из ваших нод. Теперь вам надо снять целых 9 файлов, раскидать их как-то по папочкам, отдать программисту, который будет смотреть на эти файлы и пытаться разобраться, что же произошло и когда. То есть, по сути, открывать много-много файлов, смотреть, как идет время, какие сообщения каждый микросервис выкидывает. Это сложно, это затратно по времени, это неудобно. Но, к счастью, это очень хорошо решается. Есть несколько способов. Стандартные способы – это ELK и EFD. Это стек из Elasticsearch, Logstash и Kibana, который позволяет все логи аккумулировать, укладывать в Elastic и отображать в виде полоски на Kibana. Можно использовать сторонние сервисы, но это стоит денег, такие как Logly или PiperTrail. Можно использовать Docker Compose, как в предыдущем примере, и писать все логи в stdout. Это не значит отказаться от, допустим, логбека. Это значит писать не только файл, но еще и в stdout транслировать. И использовать команду Docker Logs, которая очень хорошо умеет мержить все тестовые данные, все журналирование в один файл и помечать, из какого сервиса какая строчка пришла. С этим значительно удобнее будет просто даже разбираться. И на этом, наверное, все, что касается наших примеров, на сегодня, по крайней мере, кончается, и мы переходим к более позитивной части, к тому, что какие плюсы нам принесли микросервисы в наших проектах. Наша такая маленькая история успеха. Позитивные моменты. А плюсы были следующие.
Плюс первый, и он очень-очень важный с точки зрения программистов, это проверка и внедрение новых технологий. Во-первых, ну, если у вас есть монолит, то вам может быть сложно в него вставить что-то новое, потому что он уже обычно, ну, состоит из каких-то там разных используемых вещей. Зачем ему Rabbit, если он и так внутри себя может хорошо общаться с самим же собой по памяти? В микросервисах же цена разработки ниже какого-то отдельного приложения, и, соответственно, цена неправильного выбора технологий ниже, и вы можете попробовать Spring Boot, RabbitMQ, вы можете сделать даже один микросервис на Kotlin и попробовать, как чувствует себя разработчик на Kotlin, как идет разработка. Помимо этого, помимо того, что вы можете написать в резюме, что вы теперь еще умеете разрабатывать с помощью Redis, вы обретаете возможность попробовать новые технологии, новые видения, новые паттерны. У вас расширяется сознание, и вы начинаете знать больше. Вы начинаете принимать решения, исходя из более большой практики. И этой особенностью ни в коем случае нельзя пренебрегать. Так как, ну, микросервисы фактически говорят вам, ну, вот здесь вам не нужна PostgreSQL, попробуйте использовать, например, Mongo. Второй плюс – это высокая ремонтопригодность, как я называю. Этот плюс появляется потому, что входить в контекст маленьких микросервисов для того, чтобы починить баг или добавить какую-то функциональность, значительно проще, чем входить в контекст одного большого приложения. И у нас есть очень хороший опыт. У нас один микросервис – это фактически такой не очень здоровый, но все-таки монолит, а второй сервис – это много-много маленьких микросервисов, которые отлично работают вместе. И починить что-то в микросервисах, особенно не связанное никак с интеграцией, действительно проще, потому что меньше кода, меньше путанного кода, меньше связи, и в этом всем проще разобраться, даже спустя несколько месяцев, даже не заглядывания в код этих микросервисов. Помимо этого, правильное разделение, хорошее по домену, редко позволяет вам при поступлении изменений, каких-то требований, сконцентрировать свое внимание только на одном микросервисе и не распыляться на другие. Фактически, большая часть ваших задач при хорошем разделении – это исправление одного микросервиса и полный игнор всего, что находится вокруг него. Если же задача приходит такая, которая покрывает сразу несколько микросервисов, эта задача идеально параллелится. Один человек работает над одним микросервисом, другой над другим, третий над третьим, и в общем итоге создается ситуация, когда вы можете реализовать задачу быстрее за счет этого параллелизма. Ну и третий момент – это высокая надежность и готовность буквально из коробки. Мы делаем стейтлесс-сервисы, которые не зависят от данных, находящихся в них. Мы можем потерять только один запрос, даже не транзакцию. И благодаря этому у нас получается система, которая имеет хорошую надежность. Мы используем health check с мониторингом, и мы позволяем нашему приложению запускаться быстрее. Мы отказались от контейнера сервлетов, используем Jetty в качестве embedded сервера. И благодаря этому наше приложение поднимается быстрее, и все в целом работает надежнее. Если посмотреть на путь, который был у нас и который в целом относится к микросервисам, можно выделить три основных этапа. Пока у вас идет знакомство с микросервисами, разработка очень сложна. И последствия неверных решений, а они будут вас раздражать. Иногда сразу же, иногда через месяц, и это еще больше раздражает, потому что ну, оно уже сделано, и вот вдруг внезапно начало гадить. Но чем дальше, тем сильнее взрослеет ваше понимание микросервисов, и вы все больше внимания уделяете уже самой задаче, а не бойлерплейту. У вас отработанная тактика создания микросервиса, разработки первого кода и деплоя. Все, что вы делаете после определенного момента, это получаете требования и говорите, здесь будет еще один микросервис, и мы его сделаем вот так, вот так, вот так. И, возможно, вам даже не придется менять соседних микросервисов. И это на самом деле очень круто. Когда микросервисы начинают выстреливать, вы понимаете, что эта архитектура работает и работает просто замечательно.
Но к этому ведет довольно сложный путь, и некоторые решения, да, будут вас смущать, будут вас раздражать. На этом все. Большое спасибо за внимание, и настало время вопросов. Так, они уже появились, поэтому я сейчас выключу презентацию и попытаюсь их... Ага, все, я вижу. Интересно послушать про масштабирование для микросервисов. Да, классный вопрос. И он, наверное, займет еще минимум два или три доклада таких вот, как был сейчас. Ну, в качестве маленького ответа, самый простой способ масштабировать микросервисы, который, кстати, очень любим использовать мы, это Pattern Publish Subscribe. Мы берем какую-то очередь, например, RabbitMQ, и мы делаем несколько статей с микросервисов, которые что-то обрабатывают из этой очереди. Представьте, у вас есть очередь, где находится какое-то количество сообщений, и 10 микросервисов вокруг, которые постоянно по одному сообщению берут из этой очереди, обрабатывают и куда-то дают ответ. Самый простой способ масштабировать. Но если вы хотите получить большой развернутый ответ, ну, это я просто не уложусь в него. Еще один вопрос. Как реализуется взаимодействие микросервисов? REST API, GMS, RabbitMQ, другая реализация, стандарты? Тоже хороший вопрос. Способов куча. Прямо вот гора. Самый простой способ асинхроны, на мой взгляд, это использовать HTTP и JSON. И здесь все очень просто. Это очень хорошо в отладке. Вы видите, что вы отправляете, вы видите, что вы принимаете. Причем польза JSON во время разработки, она даже в использовании RabbitMQ сильно себя проявляет. Потому что если вы конвертируете в JSON и отправляете по RabbitMQ, вы в любой момент можете воспользоваться сервером RabbitMQ и посмотреть, какие сообщения лежат в очередях. Вы можете прочитать их глазами. Но если у вас работает уже готовая система и есть большая нагрузка на сеть, то JSON становится неудобным. И здесь на помощь могут прийти бинарные протоколы, такие как Thrift и такие как Protobuf. Еще одним способом является передача через XML. Шикарная вещь, потому что она позволяет, прямо не распарсивая объект, получить какую-то часть этого XLS. Фактически вы получаете большой-большой XLS, помните про композитный запрос, и вы не читаете его весь, вы не парсите его в объект. Вы можете пройти по адресу определенному, вычитать нужную вам информацию и отбросить как минимум, не потратив время на десериализацию сообщения. В этом тоже есть определенные плюсы. Ну, естественно, так, помимо этого вопрос еще спрашивал о технологиях. Мы не используем GMS. Почему, наверное, лучше всего объяснит доклад Михаила Леменкова касательно GMS как раз. Мы используем RabbitMQ. У меня так получилось, что с ним у меня больше всего опыта работы, и он очень мне нравится. Вот, пожалуй, такой немного мутный ответ на этот вопрос, но если вам интересна какая-то конкретная часть, то можете ее тоже задать, я уточню. И пока перехожу к следующему вопросу, можете немного рассказать про health-check и мониторинг работы сервисов? Да. Штука важная, штука нужная, и ее очень хорошо реализовать, ну, по своему опыту, на Spring. Если вы используете Spring Boot, у него есть такой модуль, который называется актуатор, у которого есть много разных методов, но как минимум у него есть метод ping, на который можно отправить запрос. То есть он создает сам endpoint, куда вы можете послать запрос, и если сервис жив, он вам ответит: «Окей, я живой, все в порядке». Берете какую-нибудь систему типа Zabbix, и с помощью Zabbix опрашиваете все микросервисы, которые у вас развернуты. В итоге каждую, ну, допустим, минуту вы получаете полное состояние вашей системы. Для всего этого вам практически не нужно тратить время на кодирование, модуль health-check уже есть, и вам не нужно тратить, ну, вам придется немного времени потратить на конфигурацию Zabbix для того, чтобы осуществить мониторинг. Если вы хотите подключить к этому шедулинг, то это уже немного другая задача, и она скорее идет к рамкам
к вопросу, как обеспечить деплой и поддержку вашей системы в продакшене. Здесь вам помогут куча статей и, кстати, куча продуктов от команды Netflix, которые очень любят на GitHub выкладывать свои приложения. Это Эврика, это Zool, это их Simian Army и прочее, которые помогают следить и шедулить все, что находится в продакшене. Следующий вопрос. Я новичок в микросервисах. Как выучить и понять такой большой стек инструментов и технологий? Помаленьку, потихоньку, двигаясь от малого к большому. По сути, вы начинаете с чего-то, допустим, у вас есть три микросервиса, да, базовые, даже два микросервиса, оба на Java, например, на каком-то определенном стеке. Возьмите для начала, ну, например, Spring Boot, который мне в последнее время очень нравится. Возьмите Vertex, который набирает популярность, или Drop Wizard, который тоже где-то есть. Попробуйте развернуть два приложения на нем, на вот этой системе. После этого потихоньку, когда у вас уже прошло понимание, как с этим работать, возьмите другой язык. Не так сложно изучить другой язык, если нет кардинальных различий. То есть, естественно, изучать лист после Java – это интересное и полезное, но неторопливое, скажем так, занятие. Но идите помаленьку. Сделали два микросервиса одних, сделайте третий уже с чем-то другим. Микросервисы вам помогут выучить большой стек. Но, естественно, на мой взгляд, не стоит просто учить большой стек, чтобы зайти в микросервисы. Это будет немного странно. Потому что, опять же, не факт, что вам нужны именно они. Ой, так, все, нажал на кнопку. Вопрос по логам. Как найти связанные запросы в логах без передачи что-то наподобие GUID в каждом запросе? Связанные запросы. Ага. Ну, по сути, вообще никак. То есть представьте, ну, по крайней мере, сходу я вам отвечу именно так. Представьте, что у вас есть несколько приложений, да, и по ним внезапно начинает идти какие-то запросы, какой-то ряд запросов. Вы не используете Thread Local, в микросервисах, по-моему, не имеет смысла. Вы используете, например, Redis для того, чтобы хранить данные сессии. И как искать связанные запросы без ID-шника этих запросов? Не знаю. По-моему, здесь GUID – это вполне хорошее решение. Ну, может быть, не то, что GUID, а GUID, выполняющий роль идентификатора сессии. То есть вы в любом случае будете хранить свою сессию, у вас есть для нее идентификатор. Вы по этому идентификатору проверяете, в принципе, от какого клиента пришел запрос. Ну, несколько запросов. И в логах почему бы не кидать этот идентификатор сессии? В принципе, если вы используете, например, ELK стек, у вас есть шикарная возможность фильтровать то, что вы отображаете в логе. То есть, допустим, у вас строчка лога содержит очень много данных. Это приложение, где произошла какая-то ситуация, это время, это там дата, это поток, это имя класса, еще дополнительно какой-то GUID появился, и потом уже строка с данными. Если вы используете ELK, вы можете в Kibane отфильтровать ненужные вам значения, чтобы они не показывались, но тем не менее искать по ним. Это, в принципе, я думаю, может стать полезным в данной ситуации. Следующий вопрос. Какие впечатления от Kotlin, в топовый такой? Интегрировали ли Spring Boot и GPI Hibernate? Да, у меня во-первых, впечатления положительные, но местами, конечно, есть минусы у этого языка. Мое мнение сводится к фразе «с этим можно жить». Хотя в целом язык мне очень нравится. На моем GitHub'е были и есть, кстати, несколько приложений, которые можно посмотреть, там как раз Kotlin со Spring Boot и GPA. И можно всегда написать мне, либо зайти на мой канал на YouTube, там сейчас потихонечку выходит курс по тому, как разрабатывать микросервисы с помощью Kotlin. В целом мне нравится, очень удобно, классно. Какой способ связи между микросервисами вы предпочитаете? Зависит от. Если мне необходимо что-то типа publish-subscribe, я буду, наверное, использовать очередь. Если мне необходим прямой запрос, быстрый запрос, я, скорее всего, буду использовать HTTP.
Если же мне необходимо просто иметь какие-то общие расшаренные данные, почему бы не взять Redis? Это очень удобно. Как-то так. Имеется набор монолитных систем, целесообразно ли здесь применение микросервисов для их интеграции? То есть для каждой системы свой микросервис и через единую среду организуем общение микросервисов. Огонь! Ну, в принципе, как бы, а почему бы и нет? Да? Так, адрес GitHub у вас, YouTube канала, следующий вопрос, сори. Ну, если... Нет, вообще да, можно так сделать. Весь вопрос в том, насколько это решает проблему и насколько это дорого. То есть, если вам, допустим, у вас 10 приложений, и вы хотите для них разработать 10 микросервисов, а у вас есть там, я не знаю, ну, допустим, 2 месяца, да, то, возможно, проще сделать одно приложение со Spring Integration и как-то через это приложение все реализовать. Если же у вас неограниченный бюджет, если вы хотите поучиться работать с микросервисами, ну, то есть, или есть знания очень хорошие, почему бы и не реализовать это с помощью микросервиса? Но имейте в виду, что проблемы с микросервисами, они есть, они никуда не денутся. Но ну, можно... Из вот такого описания задачи, ну, окей. Следующий вопрос касается, какой адрес GitHub и YouTube-канала, я его сейчас выведу. YouTube-канал можно найти по Твиттеру, там были записи. Так, сейчас, я надеюсь, видно, да? Мой Твиттер, GitHub, email. Вроде видно. Через Твиттер можно найти... и то, через GitHub можно посмотреть код, он бывает разный. Надеюсь, плохой я уже почистил. И вроде как больше даже вопросов нет. А, нет, есть консул против Эврики, что выбрать? Консул, я не сильно знаком с Эврикой, это очень простой ответ. И с точки зрения... Я один раз смотрел ее на Netflix, на GitHub, я заметил, что вроде как Эврика, она больше для AWS, но я могу сейчас набрать. А консул, ну, как бы, как сервис Discovery, окей, почему бы нет. Вот. Ну, коли больше вопросов нет, еще раз огромное спасибо за то, что послушали это в выходной день, потратили свое время, которые обычно тратят на шашлыки, тем более хорошая погода сейчас за окном. Разрабатывайте, всем Java, спасибо еще раз и пока!